Всем привет, вы на канале Михаил Фадей, и мы вам представляем новую машинку коллекции Тостер Трак Старкс, 4 из 5, 39 из 250, Фарст Форди какой-то, вот такой блистер у него, роллер Тостер, машинка в синем цвете. Крутое авто. Когда компания выпускать начала его? В каком году? 2018. Итак, вот сама моделька. Прикольная. Красные спецованные диски. Надписи разные. Роллер Тостерс. Сзади вот такие выхлопные две трубы. Металл, пластик. Вот он выбрасывал свои тостеры. Вот так вот спереди выглядит. Красное остекление у него. Металл низ. Хромированный металл. Машинка выпускалась в 2016 году, а на блистере написано 18-й. Made in Malaysia. Роллер Тостер. Две заклепочки синие. Круто. 1.64 масштабик автомобиля. Вещь. У кого есть такой в коллекции, пишите. В коллекции. Мальчишки и девчонки, вы были на канале Любовь Михаил и Фадей. И я вам представлял Hot Wheels 64. Масштаб. Коллекция. Коричневые колесики. Как сами тостерные штучки. Вон они так пружинят. Вещь. Пишите под видео в комментарии, у кого есть такой в коллекции. Такой спортивный, быстрый роллер-тостер. Умеет же делать в компании модельки, машинки, задумки, Hot Wheels. Да, кому понравился ролик, мальчишки и девчонки, не болейте. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, как мы с вами. Всегда и повсюду и везде. Не болейте, мальчишки и девчонки, слушайтесь родителей. Ставьте лайки, пишите под комментарием под видео. Всем пока-пока, до следующего видео.